Я вот смотри, в соцсетях недавно, я столько для себя открыла. Ребят, ну правда, года четыре, наверное. Я года 4 только, я вообще была вне всего. И интернетом пользовалась, когда мне надо было адрес найти или еще что-то. Поэтому у меня много открытий было, много разочарований было, много всего было. И я сейчас более спокойно осмысливаю много. Вот как люди думают, как они самовыражаются. Знаешь, я сколько узнала, вокруг меня женщин танцами занимаются.